Всем привет! Мы сегодня в очередной раз выбрались на рыбалку. Посмотрим, что у нас будет клевать и будет ли клевать. Место прикормил. Были маленькие поклевки, но пока никого не словил. Малек плещется, окунь гоняет. Кое-где даже, по-моему, щучка плескалась. Продолжим рыбачить. Ловится вот такая мелочь. Даже два раза клюнула. Пытаюсь кинуть ее на живца подальше, на окуня. Два раза уже рыбка сходила. То есть поклевки идут, и рыбка сходит. То есть, скорее всего, окунь ее долбит. Попробуем словить сейчас так окуня. Поплавок без поклевки повело. И словился вот такой вот. На окунь. Маленький уже хищник. Чуть больше спичечного коробка. На живца так никто и не клюнул. Ловится малюсенькая рыбка. Мальки буквально, и все на червя. Крупные никто не клюет. Окунь кормится, видно, что котлы идут, то там, то тут всплески. Но не берет на червя. Нужно выезжать с лодки, пробовать вертушки и джиг, облавливать кусты. Ну, на сегодня у нас рыбалка заканчивается. Поедем домой. Вот такой вот подлещик клюнул.